Более 500 жителей региона получили продовольственную помощь в первый день священного праздника мусульман Курбан-Айт. Во второй день в областном центре прошла благотворительная акция «Рабынушин Курбаншал», в ходе которой организаторы раздали мясо и продукты питания еще 100 нуждающимся. Представители областного фонда Зике, Жане Кайрамдылык и Духовного управления мусульман Казахстана организовали раздачу продуктов питания. В рамках благотворительной акции, прошедшей в областной мечети Халифа Алтай, 100 жителей получили мясо и продуктовые наборы. Онлайн заказ по сайту Курбан 2024 KZ было произнесено в жертвоприношение 20 баранов и одного козла. Данный момент по всей области мы уже более 500 нуждающим раздали мясо, не только мясо, но и продовольствие ежедневного потребления. И сегодня еще мы хотим обрадовать наших 100 человек. Отметим, чтобы получить помощь, нуждающиеся граждане должны были оставить свои заявки и подтвердить свой статус. Благодаря наставлению наших имамов, священнослужителей и организации нашего фонда «Зекят и Вакуф» здесь организовали акцию «Раздаем мясо». Благодаря сплоченности, любви, доброте помогают друг другу. И то, что третью часть отдают малоимущим, это очень богоугодное дело. И пусть Всевышний примет все благотворительности, все пожертвования. Горожане выразили искреннюю благодарность всем тем, кто участвует в благотворительных акциях. Спасибо всем организаторам. Пусть будет принято жертвоприношение и услышаны молитвы. Пусть наше небо всегда будет чистым. Еще раз выражаем благодарность за оказанную помощь. Благотворительная акция продолжится в доме престарелых. Также помощь будет оказана и Центру поддержки детей УМЭД. Алия Симбинова, Каусар Идаят Кызы, Жакшылык Серикбек, Алтай Акпарат.